примерно 2 года действует вот эта дорога между Подмосковным Красногорском и московским районом Митино. То есть московский район Митино, он выше Красногорска. И, как я уже говорил, он в принципе представляет из себя довольно-таки большую площадку, не знаю, там 3 на 3 километра, 4 на 4 километра, так ориентировочно, полностью отсыпано. Просто видно, что он выше других соседних районов. Вот. Митино выше. И когда прокладывали дорогу, то делали срез вот этот, да, там. И этот срез показал, собственно, то, что было насыпано. Это просто чистый песок. То есть вот чистый песок, который был большим вот этим самым там холмом насыпан, наверное, там это все это выровняли. Вот, пожалуйста, подготовили район для проживания. Московский район Митино стал, который заселяться-то стал по-настоящему только где-то там в начале, или вернее даже в середине 80-х годов. Новый район. Вот этот срез, пожалуйста, все показывает, из чего вот вся эта насыпь состояла. Абсолютно чистый песок. Очень интересно было бы узнать, что находится под этой насыпью. И высота, кстати, этой насыпи, она так даже по вот этим вот самым там официальным каким-то данным, где-то 30 метров, да, может быть и более. Но представим, 30 или 40 метров вот эта вот насыпь песка. Все это отсыпано, выровнено, кем, когда, великим нашим и могучим творцом. Когда это было сделано? Ну, явно до заселения вообще сюда, там, да, вот, нас как проживающих здесь. Такие дела.